центре. Обменялись выпилами под Тапов и Джураев, два капитана клубов. За сегодняшним матчем Ахрол Рискулаев будет бдительно наблюдать. Но для начала нужно разобраться, кто откуда начинает. Джураев выбирает сторону, значит, мяч достается Потапову его партнерам. Монетка решила. Такой исход. Не, на фотографии на память, я понимаю, Потапов торопки. Это история. И мы ждем протокол. Плашка составом играющих команд, если она вообще сегодня будет. Если вот будет немного фонить, так вот, да. У вас в динамиках, у меня в наушниках, в гарнитуре, то ворот гостей. Итак, мяч запущен во вратарскую на ближнюю, оттуда вынесем благополучно, судя по всему. Ну и вопрос, почему так получилось, Спартакур настолько выше, нежели... Так, это карточка, да, наверное, будет для Эфиани. Опасно шел, Эфиани, это надо признать, успел Джумаев сложиться. Избегло. 20 минут ни одного опасного момента. И сейчас... А вот сейчас, кстати, может получиться. Ильёсов вышел, головой сыграл. Мяч подобрал футболист Сурхана. И заработал штраф. Все. Почему в руки не взял? Понятно, почему. Ильёсов предполагал, он же по инерции шел на мяч, он предполагал, если он схватит его руками, он взял разбег, бьет по воротам, и очень опасно было, кстати-то. Атака Сурхана через центр, Нимели, почти выход один, нет, не будет выхода на один на один, он сбоку, здесь неудобно, ложный финт. Джураев, Рахматов. А вот это интересно. И счет должен был стать 1-0 на 24. И Мбаума сейчас мог стать лучшим бомбардиром своей команды. Да, идеально. Так. Может, пройдет? Удар по воротам. Неплохо зарядил. Тур ворот. Редко, но метко, да? Активнее начавший первый тайм Козылком, затем как-то отдавший инициативу сопернику, в целом, наверное, смотрим. Дорогие друзья, второй тайм матча между Козылковым и Сурханом стартовал. 2-0, пока на стадионе Ошлик такой результат зафиксирован на табло. Давайте пробежимся по игрокам, кто сейчас принимает участие в этом матче. Вау, ждет передачу. Так как Козылкома через правый фланг развивается Кинжибаев, который обыграл соперника, но тот загрыз атаку. А это был, кстати, Чарли Джураев, не Кинжибаев. Сердца фаната Сурхана. Навес. Опа! Вопрос... чтобы принять решение, да? Вопрос номер два. Как центральный защитник Сурхана здесь не попал? Вот это опасно! И молодец какой Джавахир Ильёсов. Опа! Во! Какой классный момент это был! Чтобы как-то разбудить интерес к этому матчу. Во! Ой, Мбаума. Ему сейчас мяч, ну, в прямом смысле, на голову с неба свалился. Не ожидал такого подарка судьбы. А это сейф от Ильёсова. Мяч. Смотрите, как сыграл. Молодец. Пробить. А вот и удар. Ой, и все, друзья. Счет наконец-таки открыт. И Джавахир Ильёсов. Эх, не первый... косяк у него. Не сегодня. Он вроде бы на выходах неплох, но вот удар брал в руки и все, выронил мяч. Там Джумаев добил.
не пустые, но там почти пустые ворота. Там голкипер просто распростался. А тут перевел мяч. Да, в тяжелую ситуацию. Отменили. А что случилось? Может быть, там где-то раньше было? Вот оно в чем дело. Браво, арбитры, молодцы. Правильно, незасчитанный гол. Там был офсайд. Видите, мы видели концовку, мы ее увидим, а? Опа, а это не пенальти ли? Мяч руку попал 100%. Попадание мяча, вот смотрим. Об землю и попал в руку Турсунова. Еще раз. Да. Пока без него игра. Мяч штрафной был. Теперь за пределами. Шпулатов. Удар. Ильясов на этот раз решил не искушать судьбу. Незасчитанного выступает он на Асадбеку Каримову. Асадбек выступает. Последняя минута пошла. Сурхан свой стандарт разыграл. Будет еще один удар заблокирован. А вот отсюда. Головой. Навес на ближний вратарский. Мяч вынесен. Ирис Кулаев останавливает эту встречу. Сурхан на седьмой строчке. 8 набранных очков. Рядом с Пахтакором. А в спину дышит Олимпийку, у которого есть еще игра